Друзья, мы с вами с Еленой едем мне номера поставить спереди. Вот я рамочки купил. Лен, вот товарищ ваш, сотрудник, который мне помогал разобраться со звуком, как там это все работает, радио там и так далее. И он сказал интересную вещь. Он говорит, ты пользуешься управлением с голоса. Я говорю, ты знаешь, она мой акцент иногда очень хорошо понимает, она совсем не врубается. Он говорит, а ты продолжай пользоваться, система самонаводящаяся, она как бы... Она должна привыкнуть, то, что должна я привыкнуть. Говорила. То есть, да, мало того, он потом под конец сказал, если ты месячишко поездишь и увидишь, что не очень идет, приходи. Follow the arrow on the display. О, говорит, видишь как. И, значит, говорит, и мы тогда напрямую залезем в ее как бы самообучающую систему и настроим ее прямо вот в лоб. Прямо на ваш голос. Едем прямо. Вот туда. Или левее вот здесь. Между двух машин, внутрь. Так, понял, про между двух мотоциклов. Так, хорошо. Это у нас сервис тут. Да? Угу. Прямо-прямо? Едем, да, прямо. Так, тут люди что-то ждут, у них очередь. Это люди в сервис привезли машину. Так. Мы останавливаемся здесь, ага. Прямо тут. Так, и кто-нибудь придет номера поставить. Я сейчас приду. Вот, друзья, у меня есть два набора номеров. И... Я купил рамочки, вот у Лены в руках рамочки. И вот эта вот штука была тут вот в багажнике сзади. Это, оказывается, крепеж. Значит, крепеж не просто так себе крепеж. Он как-то вот тут снизу прихватывает. И надо две дырки еще просверлить в бампере. А, вот так. Да, надо еще две дырки в бампере просверлить. И я, честно сказать, стесняюсь самостоятельно бампер сверлить. Ну что, друзья, вот мы смотрим, как все это будет происходить. Рамочки вот эти беленькие, они пришли, металлические точнее, они пришли с винтиками какими-то, но вот сотрудник, он пошел за своими какими-то винтиками, он сказал, что его эти не устроят. Он пошел, вот черненькие такие у него винтики. А из чего сделан бампер, что в него можно вот так закручивать? Просто пластик. Просто пластик и все? Но он сплошной какой-то или так тоненький? Там толщина есть какая-то? Толщина есть. Угу. Ну, именно это место, оно тоненькое, что ли. Так. Вы эти штучки хотите сзади или спереди? А я даже не понял, что там. А штучки, они для красоты, что ли? I'm thinking maybe... yeah, because for some reason they gave him only four of those. Yeah. Maybe four, maybe because of this. Yeah, they they're two only and for the two. Top. Yeah. Yeah, but the thing is, in the back, you've got all four. Oh, so we'll do two and two? Yeah. Да, они не пожалели. Просто там всего две дырочки, видите? Сверху почему-то они. Так. Ничего руками не это самое не крутит. Так вот раз вставили. Красота, друзья, женщины меня поймут. Красота сама по себе, она, конечно, неплохо, но надо работать с этим. Надо работать. Вчера буквально пришла студентка учиться, приехала из Сан-Диего, а она парикмахер. Так привезла мне в набор какой-то набор, даже не знаю, как это назвать. В общем, там много всякого. О, красиво. Там много всякого, там, ну, не знаю, кремы, там еще что-то. Говорит, профессиональный какой-то набор, только с лицензией можно купить. Понимаешь, вот здорово. Чего только не бывает. Вот то же самое и автомобиль. Вот я вот об этом говорю. Так, и оно теперь немножко болтается, да? То есть вот если вот так пошевелить. Да. Оно, в общем, так... Хорошо болтается. Но сзади этого не будет. Ну что, а стало красивее? Вот я хотел бы так подумать. Ну, в общем, ничего, да, оно и так беленькое. Теперь, если снять, друзья, останутся дырки. И уже будет не так красиво. Так. А это я вот себе сам прицепил. Вот. Казалось бы, там мелочь. Будет ли красивее? Будет ли красивее, мы сейчас посмотрим.
Так. Mercedes-Benz. А что, люди не хотят сверлить, да? Это только в Калифорнии не обязательно спереди? Ну, везде обязательно. Обязательно? Люди сверлить не хотят. А я был уверен, что сзади обязан человек иметь, а спереди можно не иметь. Нет? Штат Калифорния обязаны. Они же это делают для того, чтобы вы, когда через красные светофоры едете, чтобы да. фотографировать вас. То есть они спереди снимают? И спереди, и сзади. Сзади. Так что получается? Тогда тебя в любую секунду, если у тебя нет этого дела, могут остановить. Угу. Ах ты же, Господи. Друзья, меня теперь просто так не остановишь. Так. Оп. И все. Значит. The rest of them two and two up front to hold the plate better. The regular two. Yeah. Because the front one is kind of... Как мягкое все какое, Господи, так оно проминается. Оп. Yes. Щелкнуло. Так оно немножко болтается, но если прикрутить действительно. Так, отлично. And the same at the front, too. Same at the front? Yep. It doesn't have... Да, но здесь хотя бы был крепеж для этого дела, куда вкрутить винтик. А там, если мы еще вкрутим, то мы, наверное... А, пластмасску, конечно. В эту черную пластмасску, которую мы поставили, в нее можно вкрутить. В общем, друзья, вы видите наш процесс. Я, наверное, на этом месте уже как бы буду считать наш репортаж завершенным. Так. Елена, вас узнают на улице. Говорят, я вас видел. Нет, еще пока не узнают на улице. Ну, so это впереди. Ладно, спасибо большое. Так, а это что, вот мне винтики запасные? Да. Это мне, что ли? Что у вас осталось? Ну, давайте я заберу. Да.